Николай Петрович, несмотря на то, что говорили наши уважаемые свидетели о том, что мы потребляем не 8, а 13, и что на Западе тоже все хорошо. Но вот, например, в Англии, в Лондоне, сейчас самое популярное имя, которое регистрируется, это Мухаммед. Это не хорошо, не плохо, это данность. Посмотрите, наши мусульманские братья не пьют. Относятся к этому очень строго. Высокая рождаемость. При том, что уровень жизни, например, в Ингушетии или в Дагестане, существенно ниже, чем во многих округах Центральной России. Может быть, не совсем правильно говорить, что дело только в том, что государство не предлагает каких-то условий альтернативных. Государство не предлагает их и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане. А там народ не пьет. Не пьет. И рождаемость высокая. И детей брошенных, как у нас, нет. И стариков своих не бросают. А мы каждый день наблюдаем страшные картины, когда пьющие родители, нарожав несчастных больных детей, сдают их как ненужный товар.